сегодня проходит чемпионат Харьковской области по смешанным единоборствам ММА среди юниоров 16-17 лет и взрослых старше 18. Этот турнир является отборочным на чемпионат Украины, который будет проходить по молодежи в 20-х числах апреля в Тернополе и по взрослым 29-31 апреля в Киеве. На этом турнире первые номера не участвовали сборной Харьковской области, чтобы дать шанс более молодым спортсменам попасть также в сборную Харьковской области и уже попробовать свои силы на чемпионате Украины. То есть планируется, чтобы на чемпионате Украины Харьковская область была представлена двумя составами. Нас сегодня пригласили на мероприятие областные соревнования по ММА. Этот вид спорта ворвался в наш город, в нашу страну таким вихрем, захватил огромное количество молодежи и не только, увлек. Многие спортсмены переориентируются со своих направлений боевых искусств в это, которое лично я считаю вершиной боевых искусств на сегодняшний день. Здесь сегодня я представляю организацию «Атриум Холл Неба», и мы решили отметить того человека, который создал самый большой резонанс. То есть, наверное, это будет, возможно, не победитель, возможно, не проигравший. Это тот человек, который, скажем, сделает самое зрелищное, самое большее, что запомнится за этот вечер. В качестве приза, наш приз скромный, но вкусный, мы дарим вот «Атриум Холл Неба» сертификат на 1000 гривен. Приехал проследить за ходом соревнований, так как, во-первых, сам занимался этим видом спорта, во-вторых, буквально на той неделе меня назначили старшим тренером национальной сборной команды Украины по дзюдо среди кадетов. Кое-что хочется сделать здесь, в Харькове, по федерации дзюдо, именно харьковской, региональной. А так как соревнования проводит мой хороший друг Антон Бланк, хочется с ним обсудить кое-какие моменты, детали, может быть, возможного сотрудничества и дальнейшего развития. Так как виды спорта контактные, дзюдо, ММА, это все борцовская, боксерская база. Поэтому я думаю, что мы сможем найти какие-то точки соприкосновения и где-то о чем-то договоримся, и это все будет сопутствовать развитию вообще единоборств в целом. Ребятам желаю здорового проведения соревнований, чтобы ни у кого не было травм, во-вторых, побед, развития, а федерации в лице Александра Лунги, Антона Бланка желаю развития. Они достаточно активно развиваются, динамично проводят турниры, постоянно в таком же темпе двигаться и развиваться. Я являюсь представителем харьковской команды «Харьков Топ Тим». Принял участие в этом турнире, где проводился отбор на чемпионат Украины по ММА, который пройдет в конце апреля. Сумел одержать победу, отобрался в сборную Харьковской области. Были достойные соперники, смог отработать техники, выполнил задачу тренера на эти соревнования. Поблагодарить хочу организаторов, что сделали такой турнир, как бы развивают спорт в Харькове. Надеюсь удачно выступить на будущем чемпионате Украины, достойно представить Харьковскую область, одержать победу и отобраться на уже соревнования международного уровня.